Всем привет, ловите очередной топ товаров с Алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Это двухмоторный складной электрический скутер. Внешне он чем-то похож на велосипед, только без педалей. У него имеется три скорости езды, 10, 20 и 25 км в час соответственно. Максимальный вес пассажира не должен составлять более 120 кг. Сделан скутер из алюминиевого сплава. Работает он, как я уже сказал, на батарее, которая до максимума заряжается всего за 1,5 часа. На одном заряде он способен проехать до 30 км. Также у него установлен 250-ваттный двигатель и имеется 14-дюймовые колеса. Самокат достаточно удобный и стильный, отличный вариант для города. А это динамик караоке, с которым легко можно гулять по улице или устраивать домашние выступления. У него имеется Wi-Fi подключение, возможность записи видео, функция радио и многое другое. Само устройство также оснащено удобной высокой ручкой, которую можно выдвинуть на нужную вам длину, и также качественными колесами. Кроме того, в этот динамик встроены шикарные колонки, способные делать звук объемным. На боковой его части находятся различные разъемы, AUX, USB, отверстия под микрофон и много чего еще. Также в комплекте имеется специальный пульт, который поможет вам все это настроить. Следующий на очереди идет гамак. Он легко и быстро раскладывается и также собирается, отчего практически не занимает места в рюкзаке. Гамак выполнен из парашютной ткани нейлон, которая отличается своей высокой прочностью, износостойкостью и формоустойчивостью. Кроме того, он легко поддается чистке и защищает от ветра. В качестве веса он может выдержать нагрузку до 300 кг. Для фиксации лежанки используется прочная стропа из полипропиленовых волокон. У продавца в наличии также имеются гамаки с закрытым верхом, защищающие от дождя и насекомых. Далее идет магнитный кабель для быстрой зарядки. Обратите внимание, что комплект включает в себя именно кабель, а не полноценное зарядное устройство с блоком. В наличии имеются переходники как для айфонов, так и устройств с разъемом Type-C или же Micro-USB. Наличие магнитных фиксаторов значительно упрощает пользование зарядкой и избавляет от постоянной проблемы запутанных проводов. Кабель можно растянуть, скрутить, завязать, после чего он все равно быстро вернется к исходной форме. На очереди инновационная технология, способна, как заявляет производитель, помочь от выпадения волос. Выглядит это все как кепка, но под ней скрывается тонкий шлем, в который встроены некие лазерные механизмы. Вы подключаете его к специальной небольшой зарядке, надеваете сверху кепку и спокойно носите. С виду кепка ничем не будет отличаться от других головных уборов. Весит это все порядка 200 грамм и не доставляет дискомфорта при ношении. Наконец-то появился ультрамодный, суперсовременный и просто офигенный телефон под завязку, напичканный классными полезными функциями. В нем все хорошо, начиная от дизайна и заканчивая мгновенной зарядкой. Сочетая большую диагональ и частоту 90 Гц, его экран дает максимально четкое и плавное изображение. Фронтальная камера оснащена двумя модулями, основной на 16 мегапикселей и сверхширокоугольный 105 градусов, что дает возможность сделать качественные панорамные селфи. Оперативной памяти 8 гигабайт, батарея 4300 мАч, 3 слота для карт, мгновенная зарядка. Ничего такой телефончик, правда? А это долгожданный умный браслет-фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5. Его полной батареи хватает на 14 дней, в то время, когда полной зарядки проходит не более 2 часов. Часы также полностью водонепроницаемы. Устройство способно подсчитывать шаги, расстояния, сожженные калории и отображать развернутую инфографику тела. Подключается он к вашему смартфону через Bluetooth. Помимо фитнес-функций, часы также могут быть секундомером, таймером и будильником. Могут разблокировать ваш телефон, напомнить о событиях и много чего еще. Очень полезная, стильная вещица в жизни любого активного человека. Теперь я покажу вам полезную вещь для автомобилистов. Это GPRS-трекер, который в силу его внешнего вида совсем непросто обнаружить. Он запросто может выполнять роль USB-кабеля и в то же время передавать данные по GPS. Правда, как уточняет производитель, система совмещается лишь с устройствами на базе Android. Длину провода около 1 метра, в комплекте идут сам провод и инструкция по его применению. Прибор для установки защитного стекла. Подойдет для телефона в любой марке с диагональю до 6 дюймов. Он представляет собой конструкцию, на которой крепится само закаленное стекло, а также фиксируется телефон. Таким образом, две части равномерно соединяются и сдавливаются боковой защелкой. Гаджет применим только для стекол, а более легкие покрытия вроде пленки не подойдут. Это ультратонкий пластиковый пауэрбанк, подходит он для айфонов, в наличии имеется множество различных цветов, из-за маленьких размеров он запросто помещается даже в карман, емкость батареи варьируется от 2 до 5000 мАч, весит он порядка 60 грамм. Что еще стоило бы отметить, телефон не сможет случайно из него выпасть, ведь снимается он лишь вертикально вдоль корпуса устройства.